Ну чё, пацаны, в жопу раз или вилкой в глаз? Кажется, это тот. Кирин, только не надо его злить, пожалуйста. Да-да, конечно. Слышь, я чё-то у вас там одноглазых виндик не видел, понял, да? Чёрт, бля. Кирин, ты нахер? Тебя попросили, блядь, нормальным языком. Да ладно, нормально же, зато деточку поймал. Заткнитесь. Крис, что делать? Ты что делать, откуда я знаю? Что-то сидим тихо пока что. Где твой огнемет, твою мать? Как ты его просрал вообще? Да я что, виноват, что ли? Я не специально, чё? Слушай, а он крышу проломить может? Нет. Надеюсь, что не может. Как ты думаешь, какого он вообще размера? Да чёрт, судя по всему, метр три, я не знаю. Я буду знатно пригорела. Кевин, заткнись. Что-то тихо стало как-то. Может, это... Он ушел? Не думаю. Крис, твою мать, ты охотник, блядь. Ну да. Чёрт. Чё за хуйня? Чёрт, чувак, это моя машина. Да ладно. Мою машину труп. На ней что, блядь, сигнализация стоит? Это же ведро ебаное. Да какое ведро? Сам-то ведро, чёрт. Это хорошая тачка. Чувак. Блядь, это Волга. Не дай бог, он ее сломал. Блядь, чувак, ты слышишь удары? Блядь. Я ему жопу на голову натяну. Угроза, чёрт, окей. Она мне от деда досталась. Я предлагаю выйти и как мазать ему дробовик. Кевин, заткнись, блядь. Кевин, заткнись. Что делать? Я таких наглых еще не встречал. Может, попробуем его спугнуть как-нибудь? Выйти? Я не знаю. Чуть... Предлагаю сказать, ух, я сейчас с вилка выйду. Ой, блядь. Блядь. Вообще нет. По-хорошему это все... Надо дома оставаться и ждать, пока он просто свалит. Вот и все. Рациональное решение, блядь. По-другому никак. Ну да. Блядь. Джей. Джейкоб. Вставай давай. А? Уже все утро. Рассвет вроде как. Да? Да, эта тварь, кажется, ушла. Нормально все. Окей. Ну, точно? Ну, хочешь, выйди, проверь. Происшествий за ночь не было никаких? Нет, я ничего не слышал. Нормально все было. Окей. А Кевин где? Да, он спит. Мама. Кевин! Мама, еще одну пирожечку в постельку, мама. Окей, я сегодня не пойду на урок. У меня болит то ли голова, то ли живот, то ли нога. Я не пойду в школу, мама. Что там с машиной? Ты выходил на улицу? Нет, я еще не проверял. Тебе очень хочется посмотреть, что там. О, бля. Боюсь даже смотреть. Твою мать! Что? Вот жопа, сука, блядь. Чувак, это как так, блядь? Что он сделал? Он что, нахуй, закопал, что ли? По-моему, ну, тварь, он... а. По-моему, он ее вбил просто, блядь, в... Нет? Да он, походу, попрыгал по ней.
несколько раз. Чувачок, смотри, там... Бля, походу дно пробило, раз там снег внизу. Вот, сука, все. Блядь, все. Мы на ней никуда не уедем. Покатались, блядь, да? Это ведро уже. Вот теперь точно ведро. Теперь 100%. Блядь. Доехали до завода, называется. А, чувак, ну что делать нам, так, блядь? Пиздец, не, ну слушай. Не знаю. Бля. Чувачок, ну как бы типа. Блядь. Я не знаю, ну. Как так можно? Он что, слон, блядь? Как он вбил просто её? Да он дебил, походу, а не слон. Блин. Это все из-за того, что Кевин его разозлил. Бля, ну чувак, ну типа он... Он по-любому увидел тачку и вбил бы ее нахуй в землю. Я не знаю. Типа... Доброе утро. О, проснулся. О, из машины. Ребята, а кто припарковался так круто? А, нет, я знаю, что сказать. Зима, холода, одинокие дома, мозги растеклись, это было зашибись. На-на-на. Блять, Кевин! Ну не смешно! Ой. Пиздец, Кевин, куда? Хочешь? Скажи, вот Джей, куда? Хочешь по тебе песенку? Нет, куда мы, блядь, на этом говне уедем? Да, Джейкоб шлепнулся с окна, мозги. Ой, блядь, пиздец. Это было зашибись. Джей, открой. Ну, блядь, слушай, ну... Крис, ну, смотри. Ну, ее можно как-нибудь починить? Не знаю, блядь, ну там дно пробито, но... Посмотри, у тебя ноги провалятся. Я еще не понимаю, как сиденья стоят. Черт, ровненько. Блин. Не знаю, можно, конечно, попробовать. Не, мне кажется, мы ее откапывать будем. Да нет, ну, у нас есть Кевин, у нас же бульдозер, но смотри, откопаем ее. Она повреждена, по-моему, она смята внизу вообще. Колеса-то, блядь. Я б не стал даже мучиться. Все, ей конец, понимаешь? От деда досталась машина. Господи. Блядь. Слушай, а может, ну, какие-нибудь инструменты найдем? Ну, в том магазине, помнишь, где ты нам оставлял записки и прочее? А, кстати, а что за железные двери? Ну, так-то. Какой железной двери? Ну, там, в магазине железная дверь есть такая. Что за ней? Я не помню, какой двери. Ну, знаешь, там, когда заходишь вот внутрь за... Ну, как она называется-то? Ну, вот, блядь, дверью такой... За стойку, за эту, что ли? Да, за стойку, когда заходишь, там справа есть дверь такая железная. Видел? Нет? Нет, слушай, я что-то не обратил внимания. Блин, может посмотреть, сходить? Ну, что за дверь? Давай тогда, пошли тогда, берем Кевина и отправляемся. Блин, жалко-то машину. Да ладно, чувак, ну всякое бывает. Да я, блин, еще вроде все выходы заделал. Ну, откуда они вылезают? Я не понимаю, откуда берутся-то твари. Стоп, ты... Ну да, ты говорил много раз, что ты завалил все выходы, но... Ёпта, типа... В смысле, откуда? Я не знаю. Ну вот и я не знаю. Должны сидеть в своей пещере сраной. Ладно, пойдем Кевина уже выпускать. Давай. Эй. Кевин. Ты что, дрочишь? Так, ну, вон тот самый магазин, короче. Там, где ты нам оставил эту записочку, ты сам знаешь. Еще покажу, да. Где дверка эта. Сейчас бы винишко. Давно не пьем. Ты что, винишко тян? Винишко кун. Пошли. Не, Кевин, ты просто отбитый сам по себе паренек, типа, тебе уже ничего... Слушай, Крис, а ты пьешь? В такой ситуации нет. Но вообще могу себе позволить, почему бы нет. Открой дверь, Русь, матушка. Ой, хорошо, открою. Слушай. Крис, это, короче, я опустошил за минут 30 такую бутылочку. Да ты монстр. Вот, смотри. Так. Ой, господи, это яркий режим фонарика. Во. Тут довольно-таки темно, поэтому такой включу. Угу. Вот эта дверь, видишь?
Да, я вижу. Слушай, как я ее не заметил? Не знаю, она заперта, по-моему. Ты там, может... Попробуй ее открыть, типа, если так не получится. Слушай, знаешь, что я понял? Че? Вино закончилось. Так ты его выпил, придурок. Да? Блин, да. Забыл. Слушай, может, ты попробуешь стрельнуть по ней, не знаю, но... Давай... Ну-ка, разойдитесь, ну, девочки. Я готов стрелять. Не-не-не, Кевин, убери нахрен. Ну ладно. Давай-ка ты, Крис, стрельни из своего ротвейла. Ну, это довольно-таки охренительный байк. Давай, Кевин, иди сюда. Давайте, только главное, осторожно. Главное, чтобы осколками не... У тебя противогаз остался? Ну, мало ли, глаза защитить. Да, дай-ка надену. Сейчас. Так. Так. Угу. Кевин, аккуратно, потому что... Угу. Давай, стреляй. Я отвернусь, пожалуй. Ну что там? Черт. Отлично. Сними противогаз. Тут, думаю, не видно ни хрена. Не разлетелось ничего? Ой, не, вроде не попало нормально. А, чувак, а чё за двери-то? О, нет! Пацаны, пока. Чё? Срань, Кевин. Винишка. О. И нахрена мы потратили целый патрон? Коробки. Everybody dance now. Ху, 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 ху. Вино. Everybody dance now. Пацаны. Слушай, это жесть. Ну, типа... Такое, я не понимаю. Блять, что там вот могло быть, вот, ну не так. Типа, ну, потратить патрон просто впустую. Ну, у нас так с ними дефицит. Ладно, мы хотя бы проверили. Мы теперь точно знаем, что там ничего нет. Там вино теперь. Бля, коробки упали, сука. Пацаны, коробки упали, я их двигать начал, они упали. Кевин, погоди. Ну-ка. Что? Это что за срань? Вам меня не жалко, да? На коробке упали. Чувачок, это что там? Смотри. Это, блядь, это что? Так вот, блядь, значит... Сука. Ну это... Походу они отсюда. Смотри. Да вот, так и получается, что... Смотри. Ты думаешь, это пещера? Они... Ну да. Нахрена? Стой, погоди. Не, может это погреб? Нахрена в магазине какой-то, блядь, какая-то пещера? Ты посмотри, какой... Там, я не вижу дна даже. Да, окей, давай я включу мощный режим на фонарике. Давай, вот давай. Давай. Не, это слабый. Во. Ёпта. Ну что там? Там есть дно. Ну-ка давай я спущусь. Кевин, ты с нами? Не-не-не, я с вином. Пацаны, давайте, удачи вам. Угу. Ну окей, меньше хлопот, пошли. Так, ладно, давай. Фух, чувак. Осторожно. Это, достань на всякий случай это. Ротвейлс. Ага, я достал. Чёрт. Слушай, тут лучше не орать, я тебе скажу. Блин. Ух ты. Ну-ка, погоди. Включу пока что энергосберегающий. Нет, ну-ка. Черт, там что-то ни хрена не видно. Ё-моё. Это... Куда мы идем? Я не знаю. Я чувак, я ничего... Это что такое? Какие-то доски? Я... Твою мать! Осторожно! Чё? Ты как? Ёпта, главное не орать здесь, ты чё? Ты это знаешь? Что типа... Ёпта, ну и реверберация здесь. Это что за куриная ножка? Ну-ка. Ха. Смотри, чувак. Аккуратно, не упади, главное. Так, смотри. Черт, мы в принципе можем... Вот что-то... Стой, нахрена нам туда? Стоп, я понял. Это мост упал. Вот видишь? Слушай, да, куда-то туда и ведет. Может это... Типа... Может они оттуда, сука, и вылазят? Блин.
Нахрен мы тут орём? По крайней мере, их сейчас тут нету. Да ё-моё. Чёртов фонарик! Я просто... Это слишком мощный режим. Ну, типа, быстро сядет очень. Ну да, соберечь. Нам точно надо туда спускаться? Типа, ну... Тут же эти... Виндиго, фигиго. Слушай, ну, блин... Вот, стоп, я посвечу сейчас мощно. Там... Какая-то... Это что такое? Какие-то пути? Ага, вон что-то есть. Стоп, ты тут не был? Нет, я не был. Я и не знал, что... Я же тебе сказал, что я двери это не видел даже. Черт. Окей, погоди, отойди, пожалуйста. Давай-ка я первый попробую спуститься. Если что-то случится, то ну... Давай, стреляй по ним. Аккуратно. О, ну я пошел. Ой! Черт, ты как? О, сука, я руку потек. А, бля. А. Не сломал, надеюсь? Блять, нет, потянул только. Усу. Так, я лезу. Погоди, хорошо, дай я обратный так. Ой, бля. Не, нормально, нормально. Давай спускайся. Сейчас, погоди. Вот такой вот. Так. Черт. Аккуратно. Ага. Чувак, что это вообще такое? Какой-то, блядь, водопад? Все, слез, нормально? Да. Давай тогда. Это что такое, блядь? Крис, посмотри. Так. Чего, решетка? Это... Это клавиатура, что ли? Да, это какая-то... Тут горит красная кнопка, типа, хрен вам. Блять, а какой тут пароль? Может, ты не будешь меня тыкать оружием? Ой, извини. Так. Погоди. Что? А это? Что это такое? Какой-то клочок бумаги, не знаю. Так, дай-ка. Давай. Там написано... Что-то проход запрещен. Да ладно. А какой пароль-то? Ну вот, давай. Оп. Не. Так. Не. Вообще ничего. Он не работает, блядь. Ну как каким-то раком горит эта кнопка, а? Что это такое? Реально. Черт, ничего не понятно. Крис. Слушай, это похоже на вот тот же листок. Какой? Который с завода. Что? Что? Какой? На тот листок с ложной базы, который я взял. Только вот этот просто уже размяк. Ничего не делал. Хер, тут чувак, тут какая-то, тут влажность дикая. Что он тут делает? Реально, чё? Вот на краешке, блядь, положили, прям на блюдце. Сука, я не понимаю. Нет. Дурдом, блядь, как. Тихо. Только погоди, я покажу. Они на свет реагируют, нет? Не должны. Хотя, может быть. Черт. Лучше пусть выключен будет. Я тебе говорю, это, блядь, они точно оттуда лезут. Сука, заделать бы эту сраную дыру уже. Блядь, у тебя нету C4 там какой-нибудь или взрывчатки? Да нет, случайно не завалялся. Так, блядь, мы же на этом ищем этот завод. Ну вот как раз на заводе, может, и найдем, если мы доберемся вообще до туда. Блядь, все это странно. Как думаешь, может подниматься стоит? Да, давай-ка вернемся, я думаю. Только чуть. Давай аккуратненько, я первый снова пойду.
аккуратно, аккуратно. Бля. Черт. Чувачок. Так, я полез, давай. Замри, замри.